Всем привет, с вами Манифест 0087, и сегодня в обзоре коллекционное издание фильмов Жерара Депардье «Избранные фильмы». В данный сборник входит 5 фильмов: «Париж, я люблю тебя», «Сколько ты стоишь», «Видок», «Невезучие» и «Профессионалы». Издание сделано в таком сиреневом стиле, как вы видите, том 6. Выходило очень много сборников именно Жераром Депардье. Мне достался именно этот. Здесь у нас портрет актера и такой вот кадр из какого-то фильма. С обратной стороны кадры из картин, создателя лент и небольшой рассказ о каждом из фильма. А также дополнительные материалы, которых здесь не слишком много. И также имеется буклет. Информация о звуковых дорожках и субтитрах тоже присутствует. Издание, как вы видите, я покупал на ozon.ru. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас на каждом из разворотов такой вот кадр из разных фильмов Жераром Депардье, разные его образы. И непосредственно сами диски. Здесь у нас «Париж, я люблю тебя», «Сколько ты стоишь», почему-то региональное издание. И такой вот общий кадр из картины «Невезучие». Дальше у нас «Видок» и «Профессионал». И также такой вот общий разворот из фильма «Видок». И «Невезучие». Кадр из этого фильма. Кармашек под буклет. Давайте его посмотрим подробнее. Буклетик небольшой. В отличие от других изданий, где буклеты были глянцевые, здесь он матовый. Тоже в таком общем стиле сделан. Фиолетовым, сиреневым. И внутри у нас рассказ о Жераре Депардье с кадрами со съемок и из фильмов. Довольно информативно. И буклет, в принципе, является приятным бонусом к данному изданию. Тем более фильмы подобраны вполне себе стоящие. Ну а сам актер, конечно же, давно уже стал легендой. Снялся в огромном количестве фильмов. Всего в буклете 15 страниц. Вот такой вот симпатичный буклет симпатичного издания. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, группа ВКонтакте, Инстаграм. Следите за новыми обзорами. Оставляйте отзывы, комментарии. До новых встреч. Пока.